Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Вы попали на видеообзор наушников от Xiaomi AirDots. Сразу предвещая ваши вопросы моим новеньким зрителям, я скажу, что несмотря на то, что мой канал позиционирует себя как travel-канал, периодически на нем появляются видеообзоры на какие-нибудь покупочки. Более детально с ними вы можете ознакомиться в отдельном плейлисте, он так и называется «Обзоры», так что если вам интересно, что я покупала, покупаю, мое мнение вам, собственно, туда. Ну а сегодня мы возвращаемся непосредственно к покупочке, к вот этим наушникам AirDots, стали они уже достаточно популярными, я очень у многих их вижу, я видела достаточно большое количество видеообзоров на них, но решила, что тоже, наверное, должна все-таки сказать свое мнение по этому поводу. И давайте, наверное, сразу начнем с комплектации. Она достаточно скромная у них, как это ни странно для Xiaomi, потому что обычно у Xiaomi достаточно такие, знаете, обширные комплектации, ну, с телефонами, там, чехольчики, например, идут, там, какие-нибудь там проводочки, что-то еще, но в случае AirDots, как мне кажется, немножко поскупились на комплектацию Xiaomi. Итак, что мы видим? Это вот такая вот коробочка, на данный момент она пустая, потому что я из нее все вытрясла. Когда я говорила о скромности комплектации, я имела в виду то, что к вот этой штучке, которая является зарядным устройством для самих наушников, и которую саму нужно подзаряжать, не было провода. Я не знаю, вообще идет ли он в комплектации. Так вот, мне очень интересно узнать от обладателей этих наушников, был ли у вас в комплекте провод, потому что у меня его не было, и это минус. Коробочка, что у нас было в коробочке? В коробочке у нас была всего лишь инструкция и силиконовые вкладыши, да, вот, которые, собственно, на сам наушничек крепятся. Были они в двух размерах, и одни, и вторые у меня забрал мой муж, поэтому показать я вам их уже, к сожалению, не могу. Вот она, собственно, скромная комплектация этих наушников. Что мы здесь видим на коробочке? Здесь есть описание, оно небольшое, все здесь на китайском языке. Здесь мы смотрим, что у нас здесь нарисовано, сами наушники, от какого Bluetooth, от какой версии Bluetooth работают, стартуют, от 5.0 Bluetooth. И больше ничего тут такого, все остальное на китайском, я китайским не владею. Инструкция была на украинском языке, так что, в принципе, все в порядке, но я как бы разобралась и без инструкции. Ну, а теперь непосредственно к самим наушничкам. Вот такой вот маленький кейс, очень удобный, вот вообще, понимаете, вот просто можно в ручках его держать, очень он удобный. Наушнички. Не скажу, что очень удобные вкладыши, если говорить объективно, по крайней мере для моей формы уха. Они не ложатся плотно и ровно, они у меня немножечко торчат вверх, мне это не очень нравится, но, к сожалению, это скорее действительно зависит от формы уха, чем от наушника, да. Сами по себе наушнички очень стильные, как по мне, они очень красивые, кнопочки на них присутствуют, то есть... Да, мы вот можем с вами сразу их проверить, я вот включила-выключила, все можно сразу проверять. Стильный кейсик, зарядка, обычная USB-шная зарядка, у кого телефоны с другой USB-зарядкой, ребята, к сожалению, придется купить штудочек. Вот, ну, собственно, как-то вот так. Дальше. Ребят, что я могу сказать, в принципе, о самих наушниках? Я все это время пользовалась проводными наушниками, они меня дико достали, у меня были разные проводные наушники, и дорогие, и дешевые, и все они рвались одинаково быстро, и, конечно, уже нервная система моя была нарушена, я хожу в зал, и мне, ну, хочется, собственно, слушать музыку в зале, поэтому я присматривала себе беспроводные наушники нормальной ценовой категории, то есть где-то в районе 700-800 гривен, чтобы они стоили, потому что дешевле их нет, ну, дороже, я считаю, что как бы не очень логично платить такие деньги, это мое личное мнение. Эти наушники стоили по акции 600 с чем-то гривен, мы их взяли. Что касается заряда,
батареи, да? Значит, смотрите, заряда самого кейсика хватает на 4 полных заряда наушников. Это очень круто. Честное слово, мне настолько нравится вообще, в принципе, у Xiaomi, у разных штучек Xiaomi зарядки. Очень долго держат, что очень приятно. В режиме работы эти наушнички работают около 3 часов. Ну, я никогда не использовала их такое длительное время, поэтому, честно сказать, не знаю, я просто следую инструкции. Что касается звука. Звук очень чистый, звук немножечко много, как по мне, верхов, но, опять же, это мое личное мнение, тут на вкус и цвет для меня верхов очень много, да, низов, наоборот, как-то не хватает верха очень много, не знаю, вот как по мне, верха многовато, но в целом очень классный, очень хороший вакуум, то есть вокруг ничего не слышно, но... У них есть один минус, который, конечно, меня немножко расстраивает периодически. Естественно, это наушники с встроенным микрофоном, то есть фактически это гарнитурные наушники. Микрофон, ребят, я пробовала записывать видео через этот микрофон, и честно вам хочу сказать, конечно, микрофон, ну вообще никакой, ну вот от слова совсем никакой микрофон, это правда, ничего в него не слышно, если говорить по телефону, не записывать видео, а просто разговаривать по телефону, то тоже, ну, весьма печально, меня часто не слышат, и я редко в них разговариваю. Это, ну, как по мне, такой, ну, для меня недостаток, понимаете, для кого-то, в принципе, это не важно, для меня это недостаток, но, опять же, с ими как наушниками, самими ими как наушниками, я очень довольна. Мне было важно, чтобы был хороший звук и чтобы долго держался заряд. Это в них присутствует, ну и очевидный, вот два очевидных минуса, это отсутствие, собственно, непосредственно провода для зарядки, я не пойму, почему его нет, может быть, это не было его у меня, пожалуйста, подскажите мне, у кого такие наушники, пожалуйста, еще раз вас прошу подсказать мне, была ли зарядка к ним. И, конечно же, вот этот минус с микрофоном. Но все это можно пережить. Как они работают на смартфоне? На смартфоне вы устанавливаете приложение, которое подходит для всех наушников Xiaomi. Приложение, как по мне, не очень удобное, то есть, допустим, приложение, от которого работает мой фитнес-браслет, гораздо удобнее, Mi Fit очень удобное приложение. Приложение, которое идет к наушникам, мне не нравится, но вариантов, собственно, нам Xiaomi не дает производитель. Что мы там выбираем? Там надо выбрать, какие именно у вас наушники, там, по-моему, 3 или 4 варианта разных наушников, выбираете. И оно просто показывает заряд батареи, отслеживать, да, насколько заряжена батарея по нему можно, и больше, в общем-то, и ничего. Оно у меня стоит, я пользуюсь только, чтобы понимать действительно, сколько у меня заряда, хотя обычно я и так отдаю себе отчет, сколько я послушала и сколько осталось времени на послушать музыку. В принципе, все очень просто, но по факту вот эти мелочи, да, вот мелочи с проводом, и мелочи, казалось бы, мелочь с микрофоном, конечно, несколько усложняют жизнь. По крайней мере, я считаю, что наушники в этой ценовой категории должны уже быть оснащены шнуром. Поэтому, конечно, если его действительно нет, то это весьма печально. Ну, а с микрофоном, может быть, это вот тоже у меня такая проблема. Так что, кто обладает вот этими наушниками, кто является счастливым их обладателем, ребят, тоже расскажите, как у вас обстоят дела с микрофончиком в этих наушниках. А так, в принципе, они действительно классные, очень классно держатся. Кто для спортзала будет покупать, знаете, ребят, что очень классно. Бегала я в них, прыгала, кувыркалась и так далее. Не выпадают, так что тоже очень большой существенный плюс. Вот. Какой-то такой был видеообзор, я, кстати, вам их не показала, не вытащила, вот покажу вам их поближе, смотрите. Вот, кстати, когда начинает мигать белая лампочка, это значит, что оба наушника сняты и подключены к Bluetooth. Вот, ну и назад они ставятся очень легко, потому что здесь магнитики, видите, они так примагничиваются. Вот, ну и, собственно, что очень удобно, в любую сумочку дамскую они поместятся. Вот, вот такой был у меня сегодня видеообзорчик. Я жду вас в комментариях по поводу вот этих наушничков, расскажите мне,
И дайте, пожалуйста, ответы на мои вопросы, если они у вас есть. Спасибо, что посмотрели это видео. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк. И спасибо, что смотрите. Всего вам самого хорошего, всем самого доброго. И пока-пока.